Ну, я считаю, что наши журналисты, они настоящие герои. Они жертвуют собой и едут на Украину, чтобы достать для нас достоверную информацию. И, конечно, если рассматривать военных журналистов, то у них очень специфичный узкий взгляд на военные действия, поэтому это должен быть баланс между гражданскими журналистами и военными журналистами. И сейчас очень сложно разобраться, где правда. На Украине журналисты говорят одно, а у нас в средствах массовой информации показывают и выдают абсолютно другую информацию.